Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Валентина Целюк. Я из России, из города Барнаула. Мне 31 год. Я художник. У меня художественное образование. Но по образованию я учитель рисования. Ну, учителем я так и не стала. Но посвятила свою жизнь искусству. Пишу картины маслом. Очень люблю миниатюру. Предыдущая моя работа заняла первое место в 18 сезоне. Там как раз-таки была миниатюра. В этот раз я решила представить вашему вниманию другую мою работу – живопись. Эта картина исполнена маслом, и здесь я хотела передать момент именно таинства, когда ребенок, малыш первый раз встречается с чем-то волшебным, с чем-то божественным, и какой вызывает у него это интерес, интригу, удивление. В общем, надеюсь, у меня это получилось передать.